Товары для всех можно приобрести в выставочном зале «Экспо Одинцово», где открылась ярмарка под таким названием. В преддверии праздников здесь представлен широкий ассортимент елочных игрушек, новогодних ночников, забавных символов года, милых и полезных подарков, разнообразная кухонная утварь. Российские мастера привезли пуховые платки, кофты, носки и вязаные игрушки, а также кожаные ремни, кошельки, ключницы и разнообразные обложки на паспорт. Модницы найдут на ярмарке авторские расписные ботинки и уникальные сумки из натуральной кожи и камней, бижутерию и одежду. Для уютного домашнего отдыха представлены красочные пижамы. Чтобы не замерзнуть на улице, можно приобрести шерстяные брюки, кашемировые свитера, зимние пальто и куртки, а также меховые и вязаные варежки, шапки и шарфы. Ярмарка «Товары для всех» будет работать по 12 декабря с 10 утра до 7 часов вечера. Заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».